Освоение месторождения Кашаган – это один из крупнейших и самых сложных промышленных проектов, разрабатываемых в мире. Nord Caspian Operating Company, ее компании-агенты и все партнеры по соглашению о разделе продукции по Северному Каспию разрабатывают проект мирового класса, спроектированный и реализуемый в соответствии с высочайшими стандартами по охране окружающей среды и соблюдению техники безопасности. При планировании реагирования на нефтяные разливы, при проектировании, строительстве, бурении, пусконаладке и эксплуатации проекта наиболее важной концепцией в первую очередь является предупреждение разливов. Все процедуры НКОК соответствуют законодательству Республики Казахстан и международным стандартам нефтяной промышленности и, кроме того, учитывают особенности проведения буровых и производственных работ на Северном Каспии. Они были рассмотрены и утверждены соответствующими государственными органами Республики Казахстан. Осознавая риски, сопровождающие освоение и добычу на нефтегазовых месторождениях и присущие данным работам, консорциум находится в полной готовности для немедленного и эффективного реагирования на аварийные ситуации. Консорциум придерживается всемирно признанной концепции поуровневого реагирования на нефтяные разливы. Уровень 1. Небольшой разлив, возникший вследствие производственного происшествия и контролируемый с использованием оборудования и ресурсов, имеющихся на месте происшествия. Уровень 2. Разлив среднего размера, требующий дополнительной поддержки и оборудования, не имеющегося на месте происшествия. Такое оборудование хранится на базе в Баутино, Атырау или может быть использовано другое оборудование, находящееся на территории Республики Казахстан. И, наконец, маловероятный разлив крупного размера, уровень 3, при котором, помимо мобилизации оборудования, находящегося на территории страны, консорциум также может привлечь международную поддержку и экспертов. Через агентскую компанию «Аджип ККО» в НКОК функционирует специализированная группа по ликвидации разливов нефти, обеспеченная необходимыми средствами, оборудованием и обученным персоналом на морских сооружениях, расположенных как в Атырау, так и в Баутино. «Аджип ККО» имеет значительные запасы собственного оборудования для реагирования на нефтяные разливы. Планы оперативного реагирования на разливы, подготовленные консорциумом, были одобрены международными экспертными организациями. Оборудование расположено на всех производственных объектах, а также судах поддержки и может быть немедленно задействовано в случае производственной аварии. Кроме того, на базе поддержки морских операций в Баутино имеются соответствующие склады, цех и все необходимое оборудование, включая боновые заграждения, нефтесборщики, насосы, суда и контейнеры, готовые к немедленному реагированию на аварии. Международный персонал и дополнительное оборудование всегда готовы в случае крупной аварии обеспечить соответствующее реагирование на высоком уровне. Персонал принимает участие в регулярных и масштабных учениях. Во время учений, проведенных в 2009 году совместно с МЧС Республики Казахстан, министерство высоко оценило «Аджип ККО» за эффективность, готовность и оперативность при реагировании. Консорциум придает огромное значение ответственности за безопасность и сохранность окружающей среды. Консорциум взял на себя обязательства по ответственному проведению своих операций в соответствии с законодательством Республики Казахстан и принятыми международными нормами и стандартами.